Приветствуем вас на нашем канале. И сегодня наше видео «Когда же мы встретим год водного тигра?». 1 февраля – это китайский Новый год по лунному календарю. Новый лунный год наступает всегда в день второго полнолуния после зимнего солнцестояния. А поскольку Луна вращается вокруг Земли в другом темпе, нежели Земля вокруг Солнца, то эти даты не совпадают. Празднование нового лунного года в Китае, оно связано и с историей, и с древними культурными традициями. Но это просто веселый праздник, когда люди наряжаются, запускают фейерверки, веселятся. А когда же происходит наше новое астрономическое событие, наступление года водного тигра, когда энергии обновятся, и это произойдет 4 февраля 2022 года. Тогда можно будет сказать, что водный тигр полноценно к нам пришел. Зная наступление, даты и времени нового года, можно его встретить. Это происходит, потому что происходит смена годичных энергий. И мы должны символически поприветствовать тигра. Это важно, потому что солнечный год наступает одновременно на всей планете, в отличие от общепринятого календарного. Например, праздник 31 декабря в любой части мира, вот с 31 декабря на 1 января, встречается в полночь, и поэтому в каждой точке мира оно наступает в определенное время. А с солнечным годом немного другая история. Это связано с тем, что он учитывает вращение Земли вокруг Солнца и не учитывает вращение Земли вокруг своей оси. Поэтому в разных часовых поясах наступление нового водяного тигра, года водяного тигра, будет соответствовать разному местному времени. Когда у вас наступит Новый год? В Китае он наступает 4:52 по местному времени. Например, в часовом поясе, который соответствует Гринвичу, это будет 3 февраля в 20 часов 52 минуты. Обратите внимание, что, например, если в Москве GMT плюс 3, то он наступит 3 февраля в 23 часа 52 минуты. Поэтому вы просто прибавляете свой часовой пояс и определяете точное время. А как же встретить Новый год? Сначала нужно будет открыть окна и двери, чтобы впустить в дом свежую энергию. А дальше вы можете обратиться к тигру, мысленно приветствовав его, поздравив с вступлением в новую должность, сказать, как вы его рады видеть, и попросить помощи и содействия в предстоящем году. А потом сконцентрируйте свои мысли и сделайте важное для себя пожелание. Пожелание можно заранее подготовить, записать на бумаге. И во время приветствия, как только наступит этот час и минута, положить листик перед собой и громко зачитать, думая о том, что ваше желание в предстоящем году обязательно исполнится. Особо стоит обратить внимание на день 3 февраля. В этот день направление для пожеланий, способствующих мудрости и ясности, это юг. Вы можете в любое время 3 февраля расположиться спиной на юг, закрыть глаза, мысленно расслабиться и пожелать, чтобы в ваших мыслях было больше ясности, мудрости, внутреннего мира. И, кстати, внимательно присматривайтесь к знакам окружающего пространства. Оно может чаще давать вам всевозможные подсказки. Счастливого Нового года! Встретимся в году тигра!